Итак, всем большой приветик, мои хорошие. Просто понаблюдайте, что происходит в чате. Трахаться сильно хочу. Играю за импостера. Саботаж. А как устроить саботаж вообще? Ладно. Килл. Я хочу какой-нибудь килл. Пожалуйста. Блядь. Теперь я не импостер, теперь я просто играю. Блин. Трэш какой-то. Так обидно, вообще пипец. Ой. Что делать? Хрен, блин, пробежишь куда. Ой, ой, зеленый. Видели, зеленый при мне спрятался. Господи, блин, мать, моя женщина. Господи. Зеленый. Видите, он... Полный трэш вообще. Блин, блинский. Видели, как он на меня смотрел? Я пряталась. Я импостер. Так, ать. Ой, мой хороший. Интересно, кто я? Блин. Никто. Розовым я хочу быть, ура. Успела. Я успела. Я импостер. Всем пипец. Девочки, мальчики. Куда бежим, что делаем? Так. Что делать? Ой, давай, ну, угандош второго. В чем проблема-то? Здесь 9. Такое бывает вообще? Странно, да? Ладно. Опять попробуем быть хорошими ребятками. Так, раз, два, четыре. Дальше проходим задание. Что прикол-то? Конечно же, я не импостер. Ну, зато локация наша привычная, мы как обычно с вами. Тоже ничего выполнять не надо. Тоже ничего выполнять не нужно. Обманули. Опять не импостер. Уже не смешно, блин. Обидно даже как-то. Так, быстренько. Пошел ты нахуй, блядь. Я просто стояла, спокойно выполняла задание. Ура! Ну, наконец-то.
почему? Я только начала. Они что, угорают? Почему игра так быстро заканчивается? Второй раз. Господи, пожалуйста, дайте мне поиграть, я вас умоляю, пожалуйста, 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 пожалуйста. Так, мне нужен кто-нибудь живой. Как, блядь.